И в канун выходных самое время запланировать поход в кино. «Мини-мишки» – новые приключения во всех кинотеатрах страны. Лисичка, пойдем с нами. Куда? Мы с Тучкой порадовать тебя решили. И вы придумали это что-то для меня? Лисичка, Кеша, Тучка. Детство мини-мишек начинается здесь. Ты будешь. Добро пожаловать в мир мини-мишек. В удивительном игрушечном городке. Каждый день веселые приключения, игры, смех и беззаветная радость. Но даже в такой идиллии героям предстоит решить множество вопросов. Например, убедить Кешу, что его хвост самый лучший. Зачем нужно делиться? Как научиться справляться со своими эмоциями? И почему дружба – это важно? Об этом и не только рассказывает новый анимационный мультсериал и его герои. Мы все смеялись. Лисичка, пойдем с нами. Нравится сюжет. Боюсь. Не бойся. Ну, мне, если честно, все запомнилось. Ты будешь. Я попаду, наконец-то, к ней фильм. Вот так. Я знаю, чем порадовать лисичку. Я этого не ожидала. Ну, тогда догоняй. А где мы мини-мишки? Уже во всех кинотеатрах страны. Новый анимационный мультсериал «Мини-мишки. Новые приключения» ждет вас. Угостимся, сегодня ждут наши мини-мишки. Ирина Шмыгова, «Вести», Ульяновск.